приветствуем всех, кто в эти минуты смотрит UATV в эфире «Новости из Украины» в студии Елена Чубак. Украинские консулы посетили политзаключенных в России. После многократных отказов российская сторона позволила дипломатам встретиться с украинцами. Среди них Зейтулаев, Сущенко, Клых. Встреча прошла в присутствии представителей ФСБ, которые контролировали темы бесед. Узники Кремля сообщили о постоянном давлении и жаловались на недопуск к ним медиков. В бизнес-центре «Гулливер» провели обыски по делу бывшего министра доходов и сборов Украины. Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компании Александра Клименко. Сейчас изучают данные серверов, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Обыски также проходят у адвокатов экс-министра. Матиос добавил, силовикам удалось предотвратить выезд основных фигурантов дела в оккупированный Крым. В целом проводит 183 обыска по делу в отношении Клименко. По предварительным данным, он незаконно вывел из госбюджета 12 миллиардов долларов. На эти средства, в частности, приобрел элитную недвижимость и землю. Народные депутаты Украины ушли на каникулы. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл шестую сессию восьмого созыва. Одной из главных побед работы парламентарии считают определение государственного курса на вступление в НАТО. Подробности от Маргариты Стецюк. Я хотел поблагодарить вас, коллеги депутаты. Сегодня последний пленарный день. Вам удалось сделать не все, но многое. Вчера вы поддержали в первом чтении пенсионную реформу, которая позволит поднять выплаты. Я надеюсь, осенью вы начнете работу с реформой медицины и образования. Эти реформы очень важны для людей. Они призваны изменить качество жизни украинских граждан. Плодотворно поработать нардепом так и не удалось. Последний день решили потратить на подведение итогов. Говорят, в течение сессии приняли важные законопроекты по энергоэффективности, налогообложению, дорожному строительству, банковской сфере, молодежной политике и национальной безопасности. Национальная безопасность и оборона, да, сделали очень много, увеличили бюджет. Но все равно остались проблемы, которые не успели решить. Например, вчера голосовали изменения в бюджет. У меня была поправка о службе внешней разведки. Наши разведчики получают на сегодня зарплату намного меньшую, чем военные. Так не должно быть. Очень хорошо, что мы в перерывах между спорами приняли очень важные документы. Например, вчера мы отменили штраф для пострадавших от вирусной атаки налогоплательщиков. Такого количества благодарности от плательщиков мы никогда еще не получали. Но я все-таки обещаю, что на следующей сессии мы примем закон о внесении изменений в бухгалтерский учет. Упростим его. А вот явными недоработками депутаты считают отсутствие единой позиции относительно статуса оккупированных территорий и незавершенную судебную реформу. Недовольны и отсутствием продвижения в медицинской, земельной и образовательной реформах. Земельная реформа, да, сложный вопрос. Я за создание рынка земли, но возможности на данный момент его правильно запустить у нас нет. Но это же не значит, что мы не должны обсуждать вопрос, искать компромиссы, варианты решения. Надеюсь, осенью начнем. Да, действительно, мы потеряли время. Медреформа только в первом чтении, но мы сделаем все, чтобы наверстать время. Тем более, что пилотный проект все-таки работает. Ближе к обеду Андрей Парубий закрыл шестую сессию и напомнил, именно во время работы этой сессии вступили в силу безвиз и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Также 8 июня парламент принял историческое постановление для формирования внешнеполитического курса на членство Украины в НАТО. Седьмая сессия начнется 5 сентября 2017-го, продлится до 2 февраля следующего года. Маргарита Стецюк, Евгений Савицкий, UATV. Осенью украинским пенсионерам повысят пенсии, заявил Петр Порошенко. Однако, насколько увеличатся выплаты, президент не уточнил. При этом отметил важность пенсионной реформы, за которую должны проголосовать депутаты. Кроме того, в стране необходимо завершить децентрализацию, судебную, медицинскую, образовательную реформы, подчеркнул Порошенко. Депутаты в первом чтении проголосовали за пенсионную реформу, полностью учли предложение президента Украины. Уже осенью мы модернизируем и повысим пенсии. Как результат, выше зарплаты, больше денег поступает в пенсионный фонд. У нас появляется возможность больше заплатить пенсионерам. Наконец-то начали честно работать.
Рота почетного караула, военный оркестр и залпы. Накануне дня украинского миротворца военные возложили цветы на аллее ООН в Киеве. Отмечают 25-ю годовщину с начала участия подразделений вооруженных сил в миротворческих операциях и миссиях. В 1992-м генеральный секретарь ООН попросил Украину ввести военный контингент в состав организации в зонах конфликта. С тех пор более 40 тысяч украинцев участвовали в миссиях на разных континентах. 50 бойцов погибли. Сейчас украинские миротворцы задействованы в 9 международных операциях. Украина активно участвовала в миротворческих операциях ООН с первых лет своей независимости. Она стала важной страной, предоставляющей войска. Также является сильным сторонником операции по поддержанию мира в ООН. Украинские военные принимали участие в более чем 20 операциях под эгидой ООН. Деньги для украинской общины. Мэр польского города Вроцлав Рафал Дудкевич пожертвовал местному фонду «Украина» 50 тысяч евро. Средства политик выделил из недавно полученной немецкой национальной премии. Они пойдут на поддержку украинцев, проживающих во Вроцлаве, отметил мэр. По его словам, украинцы в городе – это благословение, и благодаря им Вроцлав становится многокультурным. По разным оценкам, во Вроцлаве проживает от 50 до 65 тысяч украинцев. Это почти 10% от всего населения города. 500 и 100 гривен из серебра. Национальный банк Украины выпустил сувенирные банкноты. Они сделаны из серебра 999 пробы и воспроизводят дизайн двух обновленных гривневых купюр. Вес одной банкноты 124,5 грамма, тираж 300 штук. Элемент отделки – голограмма. Стоимость каждой из них ежедневно меняется в зависимости от курса металла. Сегодня приобрести серебряную банкноту можно за $125. Спасти реки и экологию. Министерство природных ресурсов Украины разработало законопроект, в котором предлагают сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и водоемы. Ежегодно в реки сбрасывают 300 миллионов кубов неочищенных стоков. Как изменить ситуацию, расскажем далее в сюжете. Топ-100 основных предприятий-загрязнителей. Такой рейтинг опубликовало Министерство экологии Украины. В лидерах антирейтинга представители металлургии, энергетики, горнодобывающих предприятий и водоканалы. Сейчас в ведомстве разрабатывает документ, который обяжет сократить вредные выбросы. Пришло время ввести в Украину специальную систему мониторинга. Мы уже над этим работаем. Это очень сложное задание. Ориентируемся на европейские директивы, которые Украина обязана имплементировать согласно договору об ассоциации. Эксперты инициативу правительства поддерживают и рекомендуют ввести специальные штрафы за превышение нормы выбросов, усилить систему контроля. Отсутствие контроля порождает в некотором роде безответственность. Как Европа решила эту проблему? Они усилили государственный контроль и ввели штрафы. Наше законодательство позволяет это сделать. Мы должны внедрять какие-то инновации, например, датчики, которые постоянно будут показывать количество выбросов в воду. Но самое главное, по мнению экспертов, предприятия должны сами нести ответственность за водоемы, которые они используют. Заставить тех, кто скидывает водоемы, речь идет о предприятиях, в первую очередь заниматься их же очищением, строить очистные сооружения, контролировать и отчитываться по состоянию водоемов. Мы относимся к рекам как к чему-то вечному, но если так пойдет, то они исчезнут. Всего на территории Украины 23 тысячи рек и 22 тысячи озер. Наиболее загрязненные водоемы в Полтавской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Алена Клюско, Руслан Белозеров, UATV. Берегите себя и сохраняйте окружающий мир. Мы остаемся верны традициям и готовим для вас следующий выпуск новостей. Ровно через 2 часа о самых важных событиях из Украины. Не пропустите.